И когда я нажму на кнопочку, ты говори: «Я люблю экстрим!» Готов? «Я люблю экстрим!» Ничего себе, Эльгард, ты где? Ты точно любишь экстрим? Я люблю экстрим. А я Нубастер, и мы нашли моего двойника. Вот, смотрите, ребята, это двойник Нубастера, это я и есть. Эй, здравствуйте. Здрасте, забор покрасьте. Ничего себе, Эльгата, беги! В общем, все начиналось так. Мы с Эльгата тестировали новые оружки в закулисье. Я говорю: «Стой, стой! Сейчас я что-то сделаю с тобой». Так, давай другого цветика. Эльгат, смотри, какой у меня шар в руке. Ты спросишь, что это такое, ребят? Сейчас на светик, на свет. Вот лучше видно, смотрите. Бедный пес. Ну-ка. Так, Эльгат, ничего себе, пес стреляет! Не понял, ребята, это что такое ты мне в карман подсунул? Чего? Своих друзей? Да ты чё? И кого мне из них выбрать? Вот валенок, тут написано валенок. Чего, кот, валенок, твой лучший друг? Ты зачем их взял в закулисье? Что нам теперь делать? У нас нет китикета, чтобы их кормить. А это что такое? Снежки? Слушай, закулисье, это тебе не Новый год, ты что мне подсунул в кармашке? Ну все, стой, сейчас я прицелюсь тебе в лобешник. Мальчик, извини! Извини, Эльгата! Удобно? Тебе удобно? В общем, стоим мы с Эльгатом, ничего не делаем, точнее, он ничего не делает, а я делаю. Я строю нам домик, для... точнее, ночлег, чтобы переночевать. Может, ты займешься уже строительством? Тогда выйди отсюда, выйди. Выйди там, стой. Я тогда буду сам строить дом, понятно? Пусть там остается, ничего себе. Я тут буду, значит, строительством заниматься, а он, значит, будет котлетки есть, да ты чё? Так, быстрее, быстрее, нужно закрыть. Закрыть дверь. Ты... Ну ладно, заходить. Знаешь, занимаюсь я спортом, никого не трогаю такой. Боксирую, боксирую, боксирую. Мышцы контролирую. Выглянул я, короче. А нас окружили. Так это мои двойники. Ну, сейчас я вам покажу. Все, администратор, включай плей. Все, вот они активировались. Ребята, мои двойнички. Ой-ой-ой, ой, как страшно. Ой, как страшно, Эльгат. Давай, давай держаться вместе, мне страшно. Сейчас. Откопал я квадратик. Посмотрел я, а там мои двойники. Но я, короче, побежал. Сейчас, по секундочку, секундочку, минуточку. Они меня кусали, все понимали. Я взял перчульки и говорю: идите сюда, девчульки. А это не девчульки, это хитрульки. Идите сюда. Я, короче, боксировался, боксировал, им боксировал. Еще сильнее боксировал, быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Это, короче, двойники Нубастера. И я им навалястера. Это что такое? Не успевают мои ручки, ножки. Ну, в общем, я говорю: кто меня ударил в ухо? У меня вопрос. Где это я? Ребята, я забыл вам сказать. У Эльгата есть сверхспособность. Он может перемещать людей в космос. Ой, ой-ой, я полетел в космос. Ой-ой, мне надо быстрее в корабль. Быстрее летим туда. Вон там Эльгат, походу, он внутри. В общем, я внутри корабля. Это спутник. Ничего себе. Эльгата, ты тут? Я тебя где-то слышу, но не вижу. Ты зачем нас телепортнул в космос за кулисы? Я почти победил всех своих двойников. Чувачок, ты где? Я тут даже не знаю, куда мне лезть. Эльгато, ну ты где? Ты здесь? О, правда, Эльгато, слушай. Телепортни нас куда-то в другое место. А что-то мне не нравится в космос. Мне это совсем не интересно. Слышишь? Где у тебя лицо-то? Вот. Эльгат, запусти нас, знаешь куда? Первое, что мне придет в голову, так. В Роблоксию. Не понял, Эльгат, это что, реально? Я же пошутил. Эльгат у нас телепортнул реально в Роблоксию. Ну ты чё? Ну ты даешь, чувачок. Ну что, давай заспавним тут с тобой тачку хотя бы, я не знаю. Так, мы в Роблоксе, значит, нам два типа машин. Такая и такая. Так, на какую сядем, а? Давай ты на вот эту садись. Что, реально поедем? Ну-ка, подожди-ка, проверю. Мне там удобно. Я дышу вообще, я задыхаюсь, походу. Эльгату, нет, машина, я ее боюсь. Давай вот эту. На вот эту давай сядем, садись. Так, тут я тоже где-то на дне. На дне, но я еду, Эльгат, подожди. Тачка из-за меня... Из-за меня машина не едет. Ладно, придется ей ходить пешком. Эльгат, все, выходим. Выходим. Пойдем посмотрим, кто здесь живет. Эльгат, смотри. Заспавнились какие-то чувачки тут. Мы реально в Роблоксе с тобой, что ли? Подожди, это правда? Ребята, мы в Роблоксе. Слушай, я думаю, что здесь слишком скучно и тихо.
Давай какого-нибудь монстра им заспавним. Ну что, чувак, готов? Слишком скучно ты тут живешь в Роблоксе своем. Сейчас мы им заспавним монстров. Так, например, радужный друг. Что ты какой-то радужный друг с Алиэкспресс, нет? Некрасиво. Тут что-то не хватает какого-то экстрима. Например, вот, фигура. Ну что, фигура, сейчас будет твое задание. Если что, уволю. В общем, пусть тут стоит Уэнсдей и тоже за всем этим наблюдает. Просто в шоке, говорит. Я говорю, что, в Роблоксе? Да! Погнали туда! В общем, что, давайте посмотрим, что вообще у нас получилось. Так, надо Эльгату найти. Если что, мы улетим на этом самолете отсюда. Эльгату! Эльгату, ты тут? Ну все, ты приготовил батут. Если что, улетаем. Понятно? Давай, поснимаем немножко, как это все там будет. Сейчас бинокль свой протру. Я немножко посмотрю. Так. Ага. Ну ж, все, я включаю, в общем. Только что начался экстрим в Роблоксе. Уэнсдей все по плану, смотрит, наблюдает, почему-то на меня смотрит. Не понимает, там что-то, кто-то открывает гараж, в общем. Походу, за танком побежал. Так, фигура. Ой-ой-ой, что-то началось опасное происходить. Чувак, на дерево залез. В общем, ребят, все, уходим. Уходим, пока не вызвали здесь полицию в Роблоксе. Все, давай, используй свою способность, телепортируй нас в другое место. Да куда-куда, да куда хочешь, где потеплей, где получше, где солнышко покруче. Эльгата, ты что сделал? Что значит солнышко здесь покруче? Мы в пустыне, Эльгата! Как мы теперь отсюда выберемся? Что значит телепорт только будет работать через 5 минут? Силы закончились? И что нам теперь тут делать? Давай хоть здесь эту тачку заспавню. Но Эльгат у нас, короче, ребята, притащил в пустыню. Я, конечно, не знаю, что нам теперь делать. Мне, допустим, пить охота Эльгату. О, у меня есть отлично. У меня есть кока-кола. Все, тебе за плохой телепорт не дам ничего. Слушай только прекрасный звук. Слушай. И... За тебя. В общем, мы с Эльгата тут немножко по пустыне походим. Вы думаете, что на этом мотоцикле никто не сидит? Вы ошибаетесь. Присмотритесь. Там внутри человек какой-то сидит. Видите? Это я. Ну все, Эльгат, побежали вон туда. У-ху! Ну что, Эльгат, куда ты нас телепортнул? Да, ты прав. Это полная противоположность пустыне. Здесь холодно. Здесь нет солнца. Ладно, пошли. Здесь недалеко моя бабушка живет. Ты готов? Сейчас у тебя аж налопнет рот, потому что у нее такие вкусные пирожки. Ты от этого вкуса ты зажмуришь глаза. Ну что, Эльгата, ты готов? Мы почти пришли. Бабушка, 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 смотри. Уу, и ты, Эльгата, мой дружок. Бабушка, сейчас постой тут. Бабушка, ты дома? Походу, бабушки нет дома. О-о, это нехорошо. Здесь кто-то побывал. Здесь явно побывал тот чувак, мой двойник из-за кулисья. Эльгата, ты уже здесь, я тебя просил там ждать. Бабушка не любит, когда здесь топчат. Топчат кошачьими лапами. Все, пойдем быстрее, посмотрим. Посмотрим, что там на улице происходит. Эльгата, ты потерялся, что ли, в моем доме? Быстрее, пойдем быстрее, 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 быстрее. Ё-моё, дверь заморозила. Так, где у нас было это оружие? Так, кошачье. Вот. Сейчас мы... Ой, собачье точнее. Эльгата, не выходи. Фу-ху-ху, вот это круто, конечно, Эльгат, пошли. Пошли, все, путь свободен. Ты где, мальчик? Ты тут? Боишься выходить? Да не бойся, пойдем быстрей. Пойдем быстрей. Бабушку боишься? Да бабушки нету. Это монстр постарался из-за кулисья. Мой двойник. О, Эльгата, будь в доме! Ничего себе! И не ходи на балконе! Ой-ой-ой-ой-ой! Мой двойник, он за мной пришел. Тебе не холодно? Ты не замерз, двойничок? А? Слышь, ты, червячок. Ребята, а он такой, не такой-то... Он безобидный, смотрите. Дай хоть я тебя внимательно рассмотрю, как ты выглядишь, мой двойничок Нубастера. Шапочки только у тебя нет. А так, конечно, похож. Ну все, готов? Сейчас будешь получать от собачьего носика. О, смотрите, в нем какой-то паучок. Ребят, смотрите, внутри Нубастера. В Нубастера заполз какой-то паучок, поэтому он такой червячок, ребят, злой. Ну что, паучок, тоже паучи. Собачий. Смотри. Вон, ребят, смотри, ничего себе. Вот это да. Теперь раскрыт секрет, почему Нубастер двойник был создан. Кто-то изготовил каких-то пауков. Да я вам покажу всем. Что-то я переборщил. Эльгат, это там живой? Ну, пока мимо пробегаю, я к соседу забегаю, я в окна стреляю. И все разрушаю.
Надеюсь, что меня копы не поймают. Они об этом не узнают. Перебор, перебор, перебор. Ну ничего, я всегда так мечтал сделать бабушкин забор. Ой-ой-ой, ребят, ой-ой-ой, перебор, реально, перебор. Эльгато, ты там хоть пригнулся? Знаешь что? Знаешь, почему я разрушил бабушкин дом? Потому что это не бабушкин дом, я перепутал. Я правда разрушил чей-то дом. Эльгато, замри! Круто. В общем, Эльгато здесь. Он мне доверяет, и он сейчас кое-что проверяет. О, нашел! Он проверяет запуск в космос. Такая гранатка, ну ракета, такая ракета или такая, какую выбираешь? Я так и знал. Сейчас, чувак, сейчас. Сейчас все будет. Ты запомнил, какого она, где она? Вот она, вот тут, все. Готов? Так, нам нужно ее поставить ровно. Ну что, в принципе, почти все. А за что, за лапку, да? За лапку и за ракету. Ну что, ты готов, чувак? И когда я нажму на кнопочку, ты говори: «Я люблю экстрим!» Готов? Я люблю экстрим! Ничего себе, Эльгат, ты где? Ты точно любишь экстрим? Я люблю экстрим. Ну что, после мега-супер-экстрима Эльгато отправил нас в закулисье в Макдональдс, чтобы наконец-таки ты, мама, могли перекусить. Что значит не ешь бутерброды? А что ты ешь? Кошачью еду? Знаешь, чувак, я, кстати, где-то тут видел. Где-то здесь видел какую-то кошачью еду. Давай найдем, давай. Что значит, я обманываю, хочу тебе экстрим? Нет. Что, обиделся? Нет? Вот, смотри. Раз миска, два миска. Да-да-да. Твои любимые лакомства. Кушай, кушай, быстрее, кушай. А я тут гамбургеры какие-нибудь поищу. Не понял. Ты что, меня отправил в Макдональдс, в котором ничего нет? Не понял, а зачем я тебе сделал тогда обед? А я тогда ничего не буду есть. Ну ладно, тогда немножко поломаю тут все, ладно? Давай там быстрее перекусывай, и мы пойдем дальше, потому что... Ой-ой-ой-ой, переборщил я. Там не... Ну-ка, денежки внутри есть? Ни денег, ничего. Ну и тебе тоже еду не... Тебе, черт, тоже ничего не будешь есть. Какая-то бронированная еда. Что, фасолька? Тебе какая-то еда бессмертная. Как ты там все жуешь? Обиделся опять? В общем, Эльгато на самом деле не обиделся. Эльгато задумался, куда можно телепортнуть нас. И он телепортнул нас в конец. В конец закулисья. Тут даже написано «The End». Это означает «конец». В общем, здесь куча скриптов написано под закулисье. Вы только посмотрите, сколько компьютеров здесь стоит. О чем это говорит? Каждый компьютер отвечает за что-то. Например, этот компьютер отвечает за монстров создания. Я его уничтожу. Теперь монстры не создаются, я надеюсь. Так, если в подсуде Эльгат сказал, мы здесь все уничтожим компьютеры, то тогда закулисье закроется. И тогда навсегда здесь не будут больше спавниться монстры, ребята. В этот раз, в этом видосике, вы стали свидетелями. Где, кстати, Эльгат? Он за мной не успевает. А нет, успевает. В общем, ребята, здесь, получается, в этом ролике были заспавнены такие монстры, как мой двойник. Мы увидели, что внутри меня какой-то странный паучок. В общем, это отвечает за этот скрипничок, ребят. Скрипничок, скрипт. Где скрипт? Сейчас, сейчас. Эльгат, я могу быстрее бегать. Знаешь? Ты где? Ты откуда появился? Ладно, погнали. Погнали, ребят. Сейчас мы подумаем, как мы это все уничтожим. Хотите ли вы, кстати, чтобы мы уничтожили вообще закулисье? Потому что если мы с Эльгато уничтожим все закулисье... Сейчас я попробую побоксировать его. Вау! Круто! В общем, если ты хочешь, чтобы мы уничтожили закулисье, я очень рад, я очень счастлив, ребят. Смотрите. Па-па-па-па-па-па. Эльгато не знает, чем заняться. Эльгато, просто наблюдай, как работает профессионал. Это просто песня. В общем, давайте, ребята. Я не знаю, если честно. Вот я вот уничтожу сейчас закулисье, а вы потом напишите. Зачем ты уничтожил закулисье? Мы хотели еще ролики про закулисье. Ребята, я не знаю. А вдруг закулисье откроется опять? Давайте, знаете что? Я начну его уничтожать, а вы пишите пока в комментариях. Правильно ли я сделал или нет? Вот я тут все поливаю бензинчиком. Сейчас мы это все грамотно подожгем. Эльгато, уходи, уходи, уходи. Так, надеюсь, что... Надеюсь, что пожарную тут не вызовут в закулисье. Сейчас, Эльгато, ручки свои пока грей, а то мы только что после зимы с тобой пришли. Да, ты тоже замерз? Я тоже замерз. У тебя замерз хвост, а у меня замерз нос. Все,
закулисье, прощай! Ну все, под слоумо! Эльгата уходит! Ему все равно! Слоумо, давай!